Что ни день, то дождь и ветер. В городе на Березине задержалась осенняя погода, и это за 10 дней до лета. Лаки, утюжки и фены уже месяц пылятся на полке. Метеорологи в очередной раз объявили оранжевое предупреждение. Ветер разгоняется до 20 метров в секунду. Дойти из пункта А в пункт Б с чем-то приличным на голове просто невозможно. Китай изрешетила. В стране выпал град. Из-за причудливой формы льда местные жители окатили его коронавирусным. В Индии и Бангладеш бушует тайфун Амфан. Эвакуировали 4 миллиона человек. Больше 40 погибших. Тысячи домов, мостов и набережных разрушены. Основной удар стихии принял на себя один из густонаселенных индийских штатов. Синоптики порадовали прогнозом. Май ставит подарок на прощание. Конец месяца в Бобруйске обещает быть сухим и теплым. Пока же будет пасмурно, дождь и ветер, местами даже снег. Завтра ночью от 3 до 5 тепла, днем 10 с плюсом. Кристина Ренс, Максим Глеонко, Бобруйск 360.